Красивейшее село Орталан, земляничное, раскинулось между Крымских гор в Белогорском районе в километре от старой Керченской трассы. Море зелени, цветущие деревья и свежий воздух – это первое впечатление от горного села. Буко бек гузелькой. Хавасы яхшы. Эр тарафы дах. Дахлар ичинде эр бүртүрлү мевалар. Кызылчык, армут. 83-летний Мустафа Усманов – один из старожилов села. Живет в Орталан почти полвека. Я в Бакойге в Узбекистаннан кочып келдим 76 сенеси. Тамыры мен Судак районынан, Таракташ койын. Колхоз иди, шинжи колхоз дагылды. Колхоз вақтында мен тракторы чалыштым в Бакойде. Считается, что Орталан – древнее поселение, основанное в средние века потомками готов и алан. Упоминания о нем встречаются в записях XIV века. Орталан был владением Биев-Ширинских. В окрестностях села можно обнаружить древние мусульманские надгробия. Когда-то, по словам местных жителей, здесь располагалось кладбище, которое разрушили в советское время. Во время войны жители активно помогали партизанам. Койн калкыпек партизанларға ярдым етті. Мені анам енді шо... 43 сенесі өтмек пішіреді партизандарға, кежекіл пап кетеділер. В мае 44-го крымских татар большую часть населения Орталан депортировали. Вскоре та же участь постигла местных греков. В Орталан привезли новоселов, а спустя год село получило и новое название – Земляничное. Сейчас в Орталан проживает около 700 жителей, почти половина из них – крымские татары. В селе есть своя школа, детский сад, но работу в основном приходится искать в ближайших городах. Так вот у нас завод, вот позади вас, он раньше работал. Тут у нас сады свои были, мы консервы делали. А сейчас все, сейчас многие работают в Белогорске на теплицах. А основная масса вот сезона ждут кто где. В Орталан всегда проживали люди разных национальностей, так же и сейчас. Сақ-селамет, мабет татлы яшайық. Урыслар бар, грек халқы бар бұл көйді, болгар халқылары бар. Бір дене екіне лемсе хоранталары бар. Ну, епіміз мабет, яқшы яшайық, шүкір.